Əziz dostlar, geosiyasət verilişinə baxırsınız. Bugünkü verilişimizin qonağı Avropa Yahudiləri Bakı Dini İcmasının rəhbəri cənab Aleksandr Şarovskidir. Şalom. Шаровский, очень приятно вас видеть. Спасибо, что согласились участвовать в нашей передаче. Ну, как-то впервые так получилось, что я все-таки решил, что мы с вашего позволения сделать передачу. Да, передача называется «Геополитика», но этот раз мы сделали маленькое исключение. То есть, да, политика вокруг нас. Вы одновременно являетесь главой диаспоры европейских евреев Азербайджана. Общины. Общины, прошу прощения. В то же время вы являетесь главным режиссером театра русской драмы «Самедный Вургуна». Я понимаю, да, с учетом времени требует определенного посвящения, но как вы комбинируете работу общины с вашей профессиональной деятельностью? Ну, если взять год пандемии, то и театр молчит, и община закрыта. До этого, как говорится, я слуга двух господ. Значит, моя страсть, моя жизнь – это театр. Ему я отдал всю свою жизнь. А когда наступил момент, покинул нашу общину, те, которые построили эту синагогу, мой друг Геннадий Константинович Зельманович, то община возложила на меня обязанности быть и руководителем общины. Это общественная нагрузка. Я осуществляю здесь административно-представительские функции, создаю условия для творческой работы, а творческую работу в стенах синагоги ведут раввины. У нас есть группа профессиональных раввинов из Израиля, так что работа отлажена, и, к сожалению, пока мы находимся в творческом простое, что в театре, что в синагоге. Будем надеяться, скоро прививки сыграют свою роль, и мы опять вернемся к привычному укладу жизни. Спасибо. Я по ошибке в момент представления сказал «диаспора», хотя это община. Да. В Баку азербайджане – это многонациональная, многоконфессиональная страна, и в Азербайджане две общины – горских евреев. Нет, три общины. Три общины. Горских евреев, европейских евреев или ашкенази. Ашкенази. И грузинских евреев. Кстати, мы находимся в нашей синагоге, есть еще зал рядышком, это зал грузинских евреев. Так что у нас три общины еврейские в Азербайджане. Все вместе это составляет диаспору. Диаспора. Поэтому я подчеркнул, что это община. Прекрасно. Как они существуют друг с другом? Какие различия, какие ценности у них? Ну, значит, небольшие различия, так сказать, в произношении канонического текста Торы, и остальные вещи касаются уклада жизни, уклада, исторического уклада. Скажем так, здесь вопрос, на мой взгляд, касается сроков проживания. Допустим, горская община существует очень и очень давно, около 2000 лет, на территории Азербайджана, а европейская община сложилась больше 200 лет назад, во время первого нефтяного бума, когда приехали сюда представители в основном медицины, юристы, творческие люди, педагоги и самым модным было для представителей других национальностей обязательно ходить к врачу-еврею. Да. Или чтобы в школе классный руковод был еврей. Был еврей, да. Понимаете, да? Так что, в отличие от черт оседлости, из тех мест, откуда бежали евреи ввиду погромов,
в Азербайджане они нашли солнце, тепло, уют и радость человеческого общения. И это стало уже общим местом. Может быть, это единственное место на Земле, где никогда не было антисемитизма. И евреи всегда здесь себя чувствовали лучше, чем азербайджанцы. Даже так. Да. Очень интересный феномен. Мы как-то с вами обсуждали. И вот, Азербайджан – это шиитская страна. Это, да, мы по исповеданию формально, пускай так, что страна является шиитской. Вот. Как вы себя чувствуете в шиитской стране? Вы знаете, мы светское государство, я хочу подчеркнуть факт. Да, это все нам известно. Есть совет при шейхе Ульюсламе Аллах-Шуфр-Паша-Заде. Для справки, когда мы строили эту синагогу, а эту синагогу мы запустили в 2003 году, в 2001 мы поломали, здесь был подвал, подвальное помещение, здесь был когда-то военный склад. И наши предки, и прабабушки мои, и дедушки, и отец с мамой молились в подвале синагоги, здесь было сыро, но и здесь пекли мацу, и совершались обряды все положенные. И когда наступил момент, что нужно думать о будущем общины, и когда мы договорились с Сахнутом, вы знаете, есть такая организация, да? О том, что они помогут нам финансово, чтобы мы начали ремонт, и мы совершили страшный подлог. Мы договорились с Зельмановичем, что мы снесем синагогу и начнем строить. Значит, денег, которые у нас было, хватило на снос. А дальше надо было строить, потому что приехал представитель Сахнута посмотреть ремонт и увидел котлован на этом месте. Он упал в обморок и стал звонить в Иерусалим. Но поезд ушел, и мы стали собирать деньги по всему миру. В частности, я почему сказал об этом, наш достопочтимый шейх дал деньги среди прочих спонсоров на строительство нашей синагоги. Он был на открытии синагоги. Значит, исходя из этого, вы можете понять, как евреям живется в шиитской стране. Так же, как и суннитам в этой стране живется рядом с шиитами. Да. Один из заместителей шейха – суннит. И, значит, можно продолжить, значит, вот владыка Александр, архиепископ Акинский и Прикаспийский, ближайший друг шейха, и мы все дружим. И есть такой негласный совет при шейхе, он нас часто собирает. И наша общая позиция – это поддержка нашего президента, который провозгласил мультикультурализм внутренней политикой Азербайджана. А мы и занимаемся этим делом, то, что проводим его, так сказать, идею в жизнь. И пока, слава Богу, я надеюсь, это навсегда, в Азербайджане это удается. Я думаю, что Азербайджан в этом смысле оазис в бурном мире ненависти и взаимонеприятия людей разных конфессий, разных национальностей. И неоднократно выезжая за рубеж, я убеждался это и в Германии, и во Франции. А теперь мы видим, что и оплот демократии Соединенные Штаты показывают миру дурной пример неприятия. И как бы либералы не пытались говорить про то, что это как бы новый виток демократического развития, но мы уже не столь наивны. И мы прекрасно понимаем, что наша модель мультикультурализма, наша модель сосуществования, на мой взгляд, лучшая и достойна всяческого примера. Об этом уже говорят многочисленные гости, и публикации на эту тему есть. Так что вот так мы и живем. Но, к сожалению, Александр Яковлевич, наблюдая прессу, Азербайджан прошел через тяжелую войну. То есть Первая Карабахская война, Вторая Карабахская война. Мы победили, естественно, вернули наши территории, но проблема международной прессы, описывая Азербайджан,
и наши соседи, кстати, Армения, к сожалению, описывая Азербайджан, пыталась представить как конфликт на основе религии, что это исламская страна, исламский фактор. Это очень скорбно и грустно наблюдать, но, естественно, мы проводили ряд международных конференций по мультикультурализму, они дали свои плоды, мы сейчас пожинаем плоды в позитивные моменты. Но в то же время присутствие, посещая наши конференции, видя, что реально, да, Азербайджан – это оазис, так сложилось, что на Западе, я так вдруг суммирую все это, во время 44-дневной войны, даже, скажем так, в Западной Европе, говоря «Запад», я пытаюсь, появляются статьи и выступления, что да, это Азербайджан, это исламская страна, здесь исламский фактор. То есть я разграничиваю не мусульманская, а исламская страна, что правит система. Почему это происходит? Вот. Вы знаете, я в одной из передач, перефразируя знаменитое произведение Рида, сказал, что 44 дня, которые потрясли мир. Мир, да. Причем потрясли весь мир. Майнри, да. Естественно, на мой взгляд, с одной стороны, это чувство зависти, с другой стороны, это чувство ненависти, которым полны проармянские силы. И надо сказать, что армянские диаспоры вложили огромное количество денег, сил, времени на то, чтобы организовать в течение огромного количества лет, они организовывали антиазербайджанские, антитурецкие настроения и выступления. И когда, невзирая на огромное количество предложений, которые делал наш президент по мирному урегулированию этого вопроса, страны, которые имели непосредственное отношение к решению этого вопроса, они говорили, кивали головой, и кроме шашлыков и черной икры они здесь съели невиданное количество килограмм, они палец о палец не ударили в пользу Азербайджана. Это стало нетерпимо. И за эти годы наш президент сумел создать боеспособную, оснащенную армию. И когда наступил конец терпению, как он называет этот железный кулак, он попал в то место, в какое надо. И теперь, как говорится, поезд ушел. И я думаю, что теперь мы должны прикладывать всяческие усилия для того, чтобы менять структуру мышления и способы пропаганды антиазербайджанской менять на проазербайджанские. Ибо мы не ставим памятников фашистам на центральной площади Баку, а памятник фашисту Нжде стоит в середине Еревана. И я не понимаю, на чем жиждется и основана поддержка в этом случае просвещенной стран, как только заподозрить их в нечистоплотной игре. Да, нам придется потратить определенные усилия, нервы, смотреть сложно, каналы, некоторые, и в том числе и российские каналы, очень сложно смотреть. Я не смотрю, мне не хватает желания. Моя жена пытается разбить телевизор. Вот. И что делать? Надо пожинать плоды победы. Может быть, это тоже часть того, что победители должны ощущать. И ненависть тоже. Ну, победители не любят, но уважают. Конечно, конечно. Александр Яковлевич, вопрос, в принципе, мы коснулись вопросов созидания. То есть мы сказали, что, к сожалению, я недавно был на одном форуме, ну, такой нормальный форум, то есть
там не было ничего грязного, просто обсуждалась тема армянские дипломаты. Я говорю, ребята, вот так, я говорю, ребята, проблема у вас большая. Когда вы станете ставить памятник Вильяму Сараяну или Сергею Параджанову, а не НЖ, 5-метровый памятник в центре Еревана, или Милконяну, или Тейлерьяну, который в центре Еревана с головой, оторванной головой, пошиб под ногами. То есть, и может, что-то у вас изменится. Даже один там выслушал, мы идем корнями корейцев. Я говорю, ну, это тема, арийская тема привела к Нюрнбергскому трибуналу. Да. Вас и сразу эти наши, как бы, писания формы прекратились. У нас сыграла роль. Но, к сожалению, мы когда говорим о диаспоре. Диаспора, естественно, это ведущий механизм в стране, который представляет нацию. Я был в Боснии, был в Йемене, где очень еврейская община, еврейская диаспора, очень уважаемая социальная часть общества, которая формально, даже в Грузии, то есть мы говорим о грузинских евреев, это каждый третий имеет друзей, родственников, в творчестве, в культуре, в науке представлено. Но что происходит в армянском обществе? То есть, когда мы смотрим и анализируем, скажем, вот Джигарханян, сейчас я сказал, Параджанов, и вдруг голос интеллигенции, он практически прошел на нет. То есть реваншизм, национализм на пустом месте. Даже один пытался объяснить, знаете, говорит, вот мы армяне, великая армия, дорогой мой, тогда, значит, все румыны должны претендовать на все регалии Римской империи, да? Ну, они румыны, страна называется Румыния. Это форпост Римской империи. Это, я говорю, это вот история. Что происходит? Почему интеллигенция молчит? Я думаю, это связано с этой неизлечимой болезнью. Дело в том, что мы же выросли вместе здесь. Классы состояли в большом количестве из армян, из евреев, русских, азербайджанцев. Это были такие классы, где люди как бы и не знали, дети и не знали, кто какой национальности, и не интересовались. Это было неприлично спросить. Это считалось плохим тоном, и да, просто неприлично, это неинтеллигентно. И в какой-то момент какой-то дьявол заронил вот это семя, я имею в виду наш регион, вот туда, в Карабах. И выяснилось, что это заразная болезнь под названием армянский национализм. Очень живучая болезнь. И это равносильно смертному приговору, если какой-то интеллигент возвысит свой голос. И вот недавно выступал директор Мосфильма Шахназаров. И он выступил с реальными делами, что будет дальше. Надо прекращать все это дело, надо начать дружить. Надо наводить мосты. Конструктивизм. И он сказал, что сколько ему лично ему угрожают армяне же за его выступление. А он говорит нормальные вещи, вытекающие из итогов этой войны. Нельзя ее продлить вечно. Надо научиться сосуществовать и дружить, идти вперед. Мы вернули свои исконные родные земли. Мы у них ничего не забрали. Так что им на нас-то особенно обижаться не надо. Им надо на себя обижаться и на эту болезнь, которая поразила все общество снизу до самого основания. Я к этому отношу, что это какая-то мало того нам пандемии, понимаете, тут еще такая пандемия, как национализм. Неугасающий национализм. Я так понимаю эту ситуацию. По-другому нельзя объяснить. Конечно, обидно, потому что и, как сказал нас господин президент, армяне являются частью нашего общества. Они будут наслаждаться всеми правами, которые будут как бы
иметь все граждане Азербайджана, там не будет никаких вопросов, связанных с религией, с нацией. Вопрос, часто обсуждая, слушая прессу и медиа, в Армении такой вопрос, что да, мы как Израиль. Не знаю, почему возникает такой вопрос, мы как Израиль. Постоянно пытаются себя ассоциировать с Израилем. Ну, наверное, да, понимаю, что страна, успех. Но я говорю, ребята, в Израиле в 40-е годы создавали государство, первым делом создали хорошие университеты. У вас в Ереване ни одного нормального университета. То есть ни один человек из диаспоры не преподает с большим именем. Проблема в Израиле ноу-хау. В Израиле два языка, арабский и иврит. В Израиле в парламенте сидят нацменьшинства, министры нацменьшинства. Как вы себя сравниваете с Израилем? Израиль прошел через геноцид, то есть через Холокост. Израиль в Азербайджане, не араб. Через Холокост. Как вы? Ну, говорит, нет, мы... То есть в чем проблема вот, не видеть себя, что происходит? Естественно, я думаю, что голос интеллигенции возымеет какое-то эффективное влияние на все процессы, но как это все можно изменить? Вот вы живете в Азербайджане, родились в Азербайджане, для вас Азербайджан – ваша родина, но в то же время вы путешествуете, видите, вы творческий человек, вы общаетесь. И у армян очень много творческих людей, мы сейчас сказали, Карен Шахназаров, естественно, там есть и Джигар Ханян, пытался не сделать таких глупых комментариев, и в то же время Микаэл Таравердиев. Но что происходит в обществе, почему сейчас армянская интеллигенция понимает, что да, Армения породила национализм, проиграла войну, но в то же время, опять же, вот этот элемент реваншизма присутствует в обществе. Да. Казалось бы, это момент, когда надо остановиться и оглянуться, когда надо перестать суетиться и переосмыслить. Может быть, это самый тяжелый момент в жизни любой нации, любого народа. Многие народы проходили через поражение и извлекали из этого нужные выводы. Если мы возьмем, допустим, Германию, которая покаялась, то, может быть, вот сейчас я подумал об этом, может быть, Армении нужно покаяние. Недаром был снят этот Абуладзе. Великий фильм, который сделал Абуладзе. Видимо, вот там и лежит, может быть, вот этот золотой ключик, за которым находится очаг, а не путь разрушение чужих очагов. Надо строить свой, надо покаяться. Я думаю, так. Вот что-то вот сейчас вот на меня, мне показалось. Вот такой путь, может быть, он спасительный. Развал Союза изменил все ценности, естественно, не только Союза, то есть после развала Союза были Балканы, Северная Африка. Но я помню одну статью Кончаловского. Он пишет, что в конце 80-х, начало 90-х постсоветский человек ожидал, что будет создано что-то экстра сильное существо, но получился мутант. Ценности ушли в небытие, то есть, видимо, наши соседи тоже попали под это влияние. Ну вот, опять возвращаемся к роли диаспоры. Недавно мы с вами обсуждали, я рассказал вам, есть книга Бен Крамера. Это американский еврей, живущий в Нью-Йорке, написал книгу об Израиле, называется «Четыре вопроса». И он там анализирует проблему ирландской диаспоры в Штатах, в Соединенных Штатах. Ну, мы знаем, там ирландская диаспора достаточно сильная, она в Конгрессе, президенты были ирландцами.
Но до конца 80-х была большая проблема. Сидя в Конгрессе, ирландская община финансировала ирландскую республиканскую армию Великобритании, которая воевала против королевы. То есть страны-партнеры в то же время община финансирует, даже легализует людей на проживание в Соединенных Штатах. И в администрации Рейгана вопрос подняли, что что-то нужно менять. Естественно, стали менять верхушку диаспоры общины, и пришли более прагматичные люди, и, естественно, процесс перешел в новую плоскость, и появилась партия Шей Фейн, то есть политическое крыло ирландской республиканской армии. В Англии возродился мир. Беседуя, я всегда говорю, возможно ли, как вы считаете, возможно ли применение таких механизмов по отношению к армянской диаспоре? Мы знаем, что да, проблема армянской диаспоры, она неконструктивна, к сожалению. Хотя да, там есть конструктивные люди, умные люди, прагматичные люди, но, как мы сейчас сказали, основной доминант создают люди с реваншистскими идеями и с какой-то идеей фикс. Вот вы как человек связан с диаспорой, с общиной. Вы, наверное, связаны также и с еврейской диаспорой, и с Соединенных Штатов. Конечно. Как все там регулируется? Вот какой хороший опыт? Весь вопрос в основополагающих принципах. Чем руководствуется та или иная община, и от этого надо плясать. По моим наблюдениям, любая диаспора еврейская в любой стране мира ищет согласие с проживающими согражданами, ищет пути понимания. И поэтому, может быть, там, где есть взаимопонимание, есть сосуществование, есть возможность развития. Но в последнее время мы наблюдаем, что во Франции, что в Германии, рост антисемитизма. И в Польше. Страшное дело. И тут я боюсь, что сама по себе диаспора, скажем, еврейская, не в силах повлиять. Это нужны усилия государственные, усилия других диаспор. Это как какой-то... как какой-то снежный вал, какой-то ком, который время от времени захлестывает эту несчастную или счастливую землю. Это волна разного рода национализма, разного рода. И, честно говоря, я читаю все, что пишут сейчас по этому поводу умные головы, и нигде по поводу наших соседей ни одной трезвой мысли с их стороны, с армянской стороны, я не прочел. Идут поиски, ну там, я не знаю, мы проиграли войну, потому что там дул не тот ветер, ну, for example, я не знаю. Да. Понимаете, вот и... А так бы мы ее выиграли. То есть есть какие-то наивные, какие-то глупые предположения, если бы, кабы. И нет ни одного трезвого взгляда на прошедшие события. Поэтому, честно говоря, я на ваш вопрос ответа не имею. Он индивидуален. По-моему, его и нет пока. Недавно был, я так просматривал интервью Познера с предыдущим президентом Армении Саркисяном, и очень интересный вопрос. Познер спрашивает Сержа Саркисяна, что население Армении состоит 90% населения, 98% населения Армении – это армяне. Чем вызван такой моноэтнизм? Ну, естественно, Серж так подумал пару секунд, потому что, говорит, всегда Россия знала и верила в лояльность армян, и не нужно было ее заселять. Естественно, ответ дает нам ключи к ряду вопросов. Ну да. Еврейская община в Армении, как она представлена? Значит, на разного рода форумах и конгрессах, их еврейских конгрессов
по-моему, столько же, сколько евреев на земле, и я являюсь членом ряда конгрессов, исполнительных комитетов, там, я не знаю, вхожу в разные, и Евразийский конгресс, и Мировой конгресс, и Европейский конгресс. Я бывал везде. И всегда на этот форум приезжала одна дама по фамилии Баржапетян. Она является как бы главой общины. И всегда она заявляла, а ведь речь идет о каких-то субсидиях, и она заявляла, что в Армении проживают 1000 евреев. Этого быть не могло в принципе, но каким-то образом, каждый год теряя коренное население, сколько там уехало армян, там осталось чуть больше миллиона. А евреи уехали, их было и так немного, они уехали почти целиком. Всегда они говорили, что у нас есть 1000 евреев. И главной своей задачей госпожа Баржапетян видела, что на всех форумах и конгрессах она требовала, чтобы признали геноцид. И на все слова устроителей, что это не место, это другие вопросы, она говорила только одно: признайте геноцид. Вот вся задача, которую ставила перед собой представитель еврейской диаспоры Армении. Это я наблюдал в течение многих лет ежегодно. То есть количество оставалось 1000 неизменно? Вот, значит, ее спрашивали иронически, 1000? Она говорила, 1000. То есть никогда не менялось количество. Александр Яковлевич, я обращаюсь в Библии, мы обращаемся к истории еврейства. И, естественно, 40 лет Моисей вел свой народ, чтобы изменить сознание, определенное сознание, и привести их в Израиль. Азербайджан прошел тяжелую войну, две войны. То есть 30 лет азербайджанцы, разделяя на этнические группы, граждан Азербайджана, жили с чувством потерь, с чувством поражения. Сейчас обсуждались этот момент, когда человек, сейчас господин президент анонсировал эпоху возвращения на нашей территории. Трагедия, то есть нового поколения, которые не видели места, где родились их родители. Как вы считаете, что изменило Азербайджан за 30 лет? И как они изменились? Значит, Азербайджан изменили не 30 лет, а 44 дня войны. Вот и это поразительно наблюдать за этим. Люди ходят по-другому, смотрят по-другому, общаются по-другому, блеск в глазах другой. Потому что одно дело быть нацией проигравшей, а другое дело стать нацией победителем. И я думаю, что главный итог, что невзирая на потери Царства Небесное, молодым красивым парням, которые отдали жизнь за родную землю, но мы наблюдаем момент невиданного объединения народа, невиданной консолидации. Вот для меня это очень ощутимо и показательно. И я всегда говорю моим молодым актером в театре, что это было мечтой еще совсем недавно, я об этом говорил, что вот у нас есть спектакль «Месье Жордан», «Мирза Баталиахундадзе», это мой любимый автор, и там речь идет о Карабахе, о семье, о матери, о тех, кто обманывает нас, наивных азербайджанцев. Да. Понимаете? И я говорил, что вот я хотел бы сыграть этот спектакль там. Вдруг, не за горами, то время, дай Бог нам всем здоровья. Дай Бог. Я думаю, мы договоримся с руководством, с тем, чтобы поехать и сыграть этот спектакль там. Там, в Шуше, да. В Шуше, именно в Шуше. Мы коснулись творчества. Как раз я
До прихода я просмотрел один очень интересный мюзикл, это «Фидлер на крыше». Мы как-то коснулись. Гениальный мюзикл, естественно. Да, и творчество Шолом Алейхема, это «Тевье молочник», «Трагедия семьи». То есть это начало 20 века, преддверие Первой мировой войны, семейная трагедия. То есть и у Шолома Алейхема есть такая интересная фраза, говорит, любая болячка заживает, любая трагедия забывается. Как считаете, насколько она может забыться? Ну, Шолом Алейхем в жизни европейского еврейства является такой путеводной звездой, такой учитель, помимо всего, что это выдающийся писатель, он еще учитель, он описывал быт, и он описывал это так, на примере семьи моей прабабушки, бабушки. Одна сестра уехала в Аргентину, другая уехала в Америку, третья уехала в Азербайджан, понимаете, да? И моя бабка тоже мудрая женщина, она говорила, что время лечит, время затягивает раны. Наверное, это так. Наверное, это так. Человек стремится к счастью, к радости. Он не может жить все время в ощущениях потерь и боли. Наверное, так. Это ведет нас вперед. Да. К победе. Да. Как-то, читая мемуары русской эмиграции, я прочитал одну статью, и так, и мемуар одного из прапраправнуков Фаберже. Ну, живет во Франции, не бедствует. Достаточно хорошая обстановка. И вопрос, журналист задает вопрос, что для вас Россия, что для вас Франция? Отвечаю, что да, Франция – это родина, Россия – это отчизна. Что для вас Азербайджан, что для вас Израиль? Значит, Азербайджан – это моя родина, это моя душа. А Израиль, где живет мой сын и мои внуки, их шестеро, это тоже моя душа. И мое сердце. Прекрасно. Спасибо. Очень было приятно. Aziz dostlar, verilişimizin qonağı Avropa Yahudiləri Bakı Din İcmasının rəhbəri cənab Aleksandr Şarovskidir. Gəlin görüşlər edək.